В Астане подвели итоги работы Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Казахстана. Мероприятие прошло под председательством госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой. По ее словам, Национальная комиссия выполняет функцию моста между государством и обществом. В стране успешно реализована стратегия гендерного равенства. Она рассчитана на 2006-2016 годы. И весь этот год члены комиссии разрабатывали новый документ, где во главе угла, кроме гендерного равенства, встанет вопрос семейных ценностей. Благодаря успешной реализации концепции гендерного равенства нам удалось создать условия для укрепления роли женщин в различных сферах политической и экономической жизни нашего общества. Особое внимание было уделено вопросам материнства и детства и многим другим. Теперь мы последовательно идем дальше. Целый год мы работали над созданием новой концепции по гендерной и семейной политике. Сейчас документ находится на подписи у главы государства.